Так, сейчас пишу релоуд, ставлю рыбу и начинаю. Пять слов, конечно, думаю. Ребята, скажите мне, пожалуйста, меня глючит или я единственный друид? Наверное, ты единственный друид, все верно. А что это такое? Что случилось с друидами? Друиды Они высохли. Давай, скушаем цены и поехали. На пол квадрата. Значит, соответственно, на огненную у нас будет Анча Тимченко, на кислотную квадрата. Там, кто в себе не уверен, может собрать баков, может будет погибнуть и планировать. Рейндж держим немножко подальше. Со Снобелем и поджог. Вот. Готов он себе поставить? Коля полохнутый. Мы типа в 4 хила ходим. Ну конечно в 4, ребят. Ну че, ребятушки, не верите в себя, что ли, в свои кнопки? Не, я в себя верю. Ну красавчик, поверь в остальных, значит. Вот песчанка, туда подбегает Сахмаражу. Стойте там, не сможете заходить с этим миром. Да, Пал, подождите пока. Я релогаюсь, сейчас перезайду в игру, а то лагает. Крисанка, ты тут? Нормально все? Ты вот центр туда поставить и подбежишь. Так, ауру на огонь включили? Включили. Шаман, шаманы, потом поставьте, кто-нибудь будет все природа. Я перезахожу в игру. Квадратик, квадратик. Ты что там, нормально все, нет, лазер? Давайте, еще раз готовность. Че, все готовы, Сайгон? Здесь ты одуплишься? Не-не-не, не готов. Ну что там не готов? Я перезахожу в игру. У меня что-то залагало. Ложкой шумит, ну кушает, он сидит, блядь. Перезаходит он, да. Так, Сайгон тут. Так, кто это у нас перезаходит? Ребят, всегда нужно говорить ник. Нужно говорить ник в пугарелях, всегда озвучиваться своим ником. ФДК. Блядь, охуенно, ебать. 4 ДК. Это Коны, он стоит, это он. Коны, шишка, отлично. Давайте уже заходите и поехали. А кстати, пацаны, есть у кого юбла с СПД и хостой? На СПД красный, жёлтый красный. Это не случай, это факты. БКшный, БКшный, есть нет? Есть хостой только. У кого? Секси Холли. Окей. Ну так, а давай быстрее. Давай, твори. Все, ДК, ты здесь, все отлично, все нормально. Готовился, приготовился. Сейчас.
Все, уже двигаешься, все нормально. Пока запустится, там по-любому дойдешь. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись. Да заводи, блядь. Я уже завел, слушай, Роман КПЕ. А с кого ДПС мерить будешь? Ну свалик, свалик. Джеракс может не повезти, может три раза подряд ты его воскресло. Блять, поставьте в середину тотемы, шаманы. Че, на первом боссе? На первом боссе, может кинуть, еще что-нибудь. Тоже не вариант. Единорил. Там, где выходит. 4, 3, 2, 1. В огне стоит. Снобль под босса. Снобль. Ну давай, пожалуйста, вперед нажми кнопочку. Давайте, паладин. Просто ваш звездный час. Буря крутит, дамаг идет. Больше снобль-то уже два появилось. Это не грязич. Забирай дека. Нас вам плодит, поднимаешь, насытятся. Да, мы так стоим, пацаны, вообще эти хилы. Нам будет очень плохо, если не скрутка. Старик стоит. Только спадут, ну, спадут заберешь. Да 7 стаков уже больно. Что случилось с злым? Злым по людей. Так, БРФ у нас его. Ставим его для более важных целей. Один их у нас был. Рейндж, наберите это ДД. Это моя ДД. Да, это кислотная сегодня сейчас. Это кислотная. А это огненная, огненная. КП спойдем на ману, а шаман поставьте. А другой бейте, другой его нету. Кислотная утроба, давайте, героин. Кудет от рожи, пожалуйста, сейчас задуют тебе нафиг. Песчанка — это место для размораж. Природный тотем поставили, надеюсь, да? Сейчас рвота будет, я сам с вас сниму, идите. Сейчас заливанем, то надо, не приходите. Все будет. Нанимаю. Хилы прохиливаются, нет? Кто-то в центре стоит, а ты рдру, блядь. Ну, ничего Валера. Страшного, если что, останется другие хилы. Ну ладно. Давайте, кислотно играем, рейндж наберите, ты все на РДД. Сейчас будут брызги, ребята, рейндж наберите, чтобы не умереть. Блядь, надеюсь, нам повезет. Пять секунд кончилось, а не на херня. Ну, нормально. Минус только на одного.
Секси хоррор. Блять, весь рейд. Ну кислотку сейчас это. Добиваем присылаем. Сейчас, когда она вылезет, блеванет скоро. Опять рейндж наберите, чтобы выбить. Давайте, добиваем. Лужа. Так, ладись сейчас. Лужа. Давайте, пацаны, рейндж 10. Набираем еще. Все, нормально. Видите, красавчик. Рейд живет. Хил, сразу уходим отсюда. Сейчас она обливает скоро. Будьте аккуратны. Горячий ужался, опять повезло. Думаю. Пять секунд добав. Все нормально, так. Okay. Бля, вот может ранжу наберете, кто с метками? Все, все под контролем. Они не так близко стоят. Давайте, сейчас добить надо будет ее. Ребят, когда будет босс бежать, пяток к себе призывайте. Охуеть, слушай, 5 лет на сервисе играю, только сейчас зашел реально с прохвостами, бежу. Давайте в сторону Орды тогда улетаем. ШП, спой гимна. Если что, мастера уже тыкните по льду, больно забывали. Как щиту Орды, кто там, шаман, лог? А Петр вроде сейчас не отвлекается, да? Не отвлекается. Тотему с пути убирайте, Петр к себе. Мастер Аура полет выгнется. Ну сейчас дует.
Тотемы с пути, ребят. Красавчик. Захиливаемся. Под сакрой убило вас. Он достаточно боль зазывает это. Хабиш. У нас есть фунты живые? Сайгон. В конце обосрались, так шли хорошо. Ну не кризишь. Давай, нажимаем. Красавчик, изи бризм. Давайте, трофеи. Все, ну трофеи ролики кому надо, реально кто одевать их будет, они просто тупо там на время 45-ю шмотку. Так уже рулить? Ну, у меня совсем как нету, выйду все, дело хранить. Ой, бля, процентов 70 их носить не будет. Ох, бля, ролят. Я не знаю, шаманы. Дерево, паладин там нормально, да? ДК. Я буду ДК, алхолики. О, на фаермах. Фаермах, да, действительно. Ну, символить не буду, типа. Так, ладно, дизы. Надо забирать дизы, группа 4. Так, тест. Пароль нафиксируйте. Кому не надо? Эрдру ролит, я охеренный родак. Да, на Эрдру заебись. Маг. Ну держи, маг. Группа 2. Ща, погоди, а там кому-то еще надо, кроме меня? Ну типа друиду надо, друиды это вообще бис как. Он... Давай друиду, а дай, это ему важнее, я и в Т8 побегаю. Я просто не увидел, что он заролил. У меня почему-то... Друид охуенчик, он типа кожаный есть, и вот этот тканевый. В принципе, отдай просто... друиду. Ему важнее. Давай, кольцом по порку на ванне. Так, что у нас там еще есть? У нас есть жалобы. О, да, вот жалобы, это поважнее. Для меня уже. Жалобы майн, давайте пароль тут. Ну, так, хард мода. Печально. Так, и чит. Ну, сразу мне отдавай. Ну, очевидно, да. Группа 3. Рыбку переставите? Да, сейчас поставлю. Так, какой там ник струс? Да. Все, отдал, зарядил, все нормально. Ставлю рыбку, ребафнемся и поехали. Так, рыба, кип. Бля, лок, 45-ю пушку на 45-ю меняешь, бля. Ну и чё, мне хоста нужна, чё дали? Да, я понимаю. Мне бы просто этот нож. Не, если хочешь, за 10 тысяч я тебе продам, а так я как хосты сейчас собираю. Я не справа за 10 тысяч. У меня хосты 10%, мне больше. Так, Дестрику сейчас бы хосту собирать. Да, Дестрику хосту. Да, не важно. Нет, типа понял, бой. Я заролил пуху, которая мне надо, с хостой и меткостью. Чувак мне говорит, что она мне уже есть здесь 45-й пух. Я бы взял лучше на локу меч, блядь. Грула его. Зубатый.
Сейчас топовый посох, ребят. Я два раза ходил, и два раза я проебал там паровый. Бля, так, пацаны, ладно. Рейндж набираем, значит, кто будет постыгивать? Давай, ДК пускай покикает. Вот, на боссе пускай стоит тогда ДК, пал на Анну. Под конец коста кикает. Может, за Герой откатит? 10к, говоришь? Ну, давайте, Герой. Главное под конец руки. Ребят, с черепом это прохил, стоите в рейде. С крестом убегаете, это лужа. Пал, побежал. Все нормально. Опытный, опытный. Конец, главное. Стаки, ребятки. Ну вы шо, ебать? Ну, я в ахуе. Шаманы, присты, бля, вы чё? Ложимся. Давайте назначим шмана. Назначим конкретно шмана. Диза. Пусть каждый по разу и все. Чё же ты прям... У нас есть маг? Есть маг, да? Маг. Ты шо там? Это ж твой звездный час, ёбаный стыд. Диза начал диспелить в конце, когда уже ваншот. Да. Тут ладно, давайте, пацаны. Внимательность. Ставлю рыбу. Так, давайте, пацаны. Короче, тыкаем диспел, все, кто может. Готовность, поехали. Дайте Геру с пула тогда, пожалуйста. На Геру КД. Ну, у меня, по крайней мере. У нас тут еще шмана трое. Диза есть чатский. Давайте, запускайся, пацаны, если готовы. Геру с пула. Пал побежал. Чуть левее мозг. Стаки, хорош. Вот он. Командир. Стой с черепком, стой, прохил его. Крис побежал. Дисгрей, братан, бежи. Глок, я готовьтесь банить, ферять. Че? Грызу, че? Уже все, просто эфир, и не. Убивайте сейчас одного. На босс залейте, ребят, под боссом залейте одного.
Прям все под боссом, бейте, бейте быстрее. Все нормально. Разбань одного у босса. Сейчас разбаним. Я разбаню. Что там, стагик появились? Грязь, беги, грязь, беги. Ты сейчас засрешься, да. Красавчик уж. Давайте, забирайте еще одну голем. Убиваем. Снимаем бан. Блять, еще раз возьму. Да. Да, у нас Б. Можно Б. Нету. Плохо побежал. ПЦ, плохо. Крестик, беги. Так у меня кош. А, ну что? Пожал давно. Ай, кельта, кельта. А Машам не хилит вообще. Так, пацаны, еще появится вулкан еще. Лока прохил первого пати, Лока. Все нормально. Как появится вулкан, сразу погнем. Он давал. Куда вот это пошло? Да, да, это было. Мастер ауру по огню, пацаны. Сейчас они вылетят. Нужно нажать. Подкаст лучше жмите, ребят. Кстати, големчик убиваем, и все, победа наша. Крест беги, крест беги. Крест беги. Иннер есть дроид, залей мне по мне. Иннер тоже КД. Так, танк давайте упал, еще одну. Танк упал, я сейчас взорвусь, ребят. Запускаем. Давайте, следующего сейчас готовься ловить. Вот. В дрипе стоит, да? Все, выпустил его. Цепляй. Что он там запутался? Давайте добьем этого големчика. Там не факт, что мы сможем добиться. Собственно. Все под босса сыграйте, голема быстрее. Часовой я буду больно. Захил, захил череп, ребят. 3 секунды, сейчас будет пизда. Чем хилит? Дайте ману хулипалу секси. Пятая пати. Нет ману. Пойдет пиздец босс. Ханта прохилите кто-нибудь. Есть у кого мана, нет? Навряд ли. У секси холли есть. Так, Фернала сейчас появится. Фернала сейчас появится, ребят. Мы потеряем. Бить не будем. Бьем босс. Сейчас пал взорвется. Кстати, отлично. Ну хилы вообще нихуя не хили. Просто без ман, да, их два всего. Ну в смысле, я нахилил, блядь, бьем 600. Я вижу, там один пал хилил, по сути. Смотрим, исцеление. Понимаю. Летянка, ты умер, еще до этого у тебя хпс ниже, чем у Шама. Поэтому берется плюс хил один. Чуть-чуть не хватило. Если бы не умирали хилы, все было бы нормально, сейчас убью. Если бы хотя бы хилы были такие, как я. Так, рыба у меня кончилась, он поставил. Пацаны, кто там хилы? Ебахните сапротик нахуй, все заебись будет. Выпил сапрот, ты можешь вообще не облавать. Не-не-не.
пожалуйста, Еру только с пула. Прошу вас, шаманы. Так, давайте, кто у нас? Можешь камушек, кстати, поставить в варлок, если камни есть в душу. Если нет, то можешь не ставить. Главное, хуярьте гольмов, ребят, это они больше всех дамага дают. Так, все готовы, все готовы, все готовы. Давайте, кто-нибудь там из РДТ, рам-пам-пам, или тыкнется. Давайте, кто-нибудь, ну тыкните, кто-нибудь туда, если касаться. Геру, да? Ёбаный гандон, бля. Стаки, 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 быстрее, ребят, сейчас бахнет. Ну уже бы бахнул. Пять. Да не сразу. Конец коста сбивается. Сразу не надо сбивать. Сразу не надо сбивать. Давайте, ложитесь, да. Ребят, сразу не сбивайтесь. Вот если у нас один ДК, вот конец сбивает. Все. Другие никто не тыкается. Там одного человека достаточно. Давайте, все в огонь встаем, вот крест. Никто не кикайте косты больше. Кто у нас там сейчас был? Лера, Ваня. Есть починка у кого-то. Ну, не критично. Спасибо. У нас один равна. У нас потерялся интеллект. Это магния в нем, поэтому. Да, у нас это интеллект. Могу спекнуть с темой, но он сам. Давайте, где мой успех будет? Интеллект схватит хотя бы. Шарда-то нет. Может, кто-нибудь один может выйти на улицу? Че, похаваю или? Рардинг, мне нужно было дуэль дать, понимаешь? Они... Там тотемчик есть. Чтобы был интеллект, нужно вызвать собаку, чтобы он бахнул. Все нормально, понимаю. Локов прибахните, пожалуйста. Да смысл? Ну сброс, когда люди пойдут. Попробуем было. Ну я бы хила бы лучше добрал бы, на самом деле. У нас есть, на самом деле, кого-то респект был. Не помню. Нам будет ДЦ. О, код есть, нормально. Давайте ставим штраф.
У меня кончились, у меня всего два СС было, один на собаку, второй на шкаф. Все. Он там дыгнется. Давай, еще раз готовность, потали бахнется. Под рулем дайте кулак, ребят, у нас феррел. Так, все готово. Давайте что, поехали. Веру сразу же, тыкается только. Ну, возьмите, трудно, я буду стоять, зайди, кого нету, что ли. Хильди пала первой пати, хилы вы что, блядь, слепые? 2 секунды. С трудом. Может, он далеко стоит? Шамана прохил 4-я пати. Крест беги. Вот конец-то, кикается. Ханта. Банить готовьтесь. Кстати, 3 штуки. Так, а что ты будешь отбегать от големов? Больно очень. 2-я пати прохил. Голем белизонника. Вон он там ходит. Добейте голема быстрее. Их можно терять, косты было. Разбань. Все, снимаю. Голема быстрее, ребят. Голема. Давайте, голема убивается. Вторая пати. Еще один голем. Дорога. Скинул. Ёбаный рот. Даже стаков не было. Почему он 33 тысячи принесел? Прохил паладина в тропате. Хорош. Так, сейчас через 15 секунд появятся големы. У нас есть БР, да? Давайте. БРнем кельта. Код Берни Кильтак, бал 5-я группа. Диза, беги. Глянув из контроль, локи, паладина. Вас много, выиграйте. Один лок, стайки снимайте. Стайки снимайте. Так. И значит, рестер друид. Мастера ауру дайте по огню. Сдувает. Справить все с големами. Спаки. Да что спаки?
Ну тут уже полвека, нет, полвека. Скорее всего не справится. Третий это мой пет, ебать. Или нет? Да, третий это мой пет. Четыре раза спал. Вы умираете не Астакова, а от инферналов в конце. Давайте, пацаны. Собираемся, разбираемся. Ничего сложного нету. Проспалить стаки и убить инферналов. Давайте так, первый мастер ауру по огню сдаст Секси Холли, когда инферналы ждают. Вот. Вторую мастер ауру сдаст Кельтян. За это время мы спокойненько их распинаем. У нас нету больше хила вроде так. Половина не бьет инферналов. У него 400 калиба, от каждого накинется по тычке, он рассыпется, блин. Да, это ключевой момент, бить инфернал, пацаны. Давайте, готовность? Я же паладин, и видите, он кастует, дэв прожали, убили его. Если он кастовать начинает, он может просто зафилить, он перестает. Кастовать. Без рыбки пинаем. А вон рыбка есть. Мы бьем всех големов. Всех големов мы бьем. А начинаем первым бить того, кто ближе к нам, вот и все. Сейчас только погоди, стопа, я не запускаю. Собаку надо вызвать. Давайте, поехали. Запери ДК, сори. Героин. Я моба ловлю. Кас не сбили, ребят. Ну не грози. Ну что, что случилось с паладином? С паладином. Шмак. Дрейд. Череп, пацаны, череп. Баним, херяем. Давайте, первая мастер аура пошла. Крест беги. Давайте возле босса снимаю. Какой ужас, сука. Там кто-то. Кто-то уже разлил. Вот почему под боссом падаем. Бля, ну ёшки-матрёшки, пацаны, ну что такое? Что за беда? Давайте, ложимся. Очень сложно. Вроде локов много, сука, все эти бегают, кастуют, блядь, хер помешал.
Ну, давайте так и сделаем. Конкретно. Они еще феряются, скажу секрет. Один лог может двоих контролить. Я тебе скажу больше, они еще и переманиваются. Один лог может троих контролировать. Ну, такое хилить тяжело. Ладно, а что, вердруха? ВС. Ребят, ну когда кастут три голема, бля, хуй ты это прохилишь? Лужа плюс мелизону, серьезно. Так, ладно, давайте, смотрите. Первый голем, который вылетает, его контролит Аластарт, второго хардмода, третьего ZXT. Ну давай я ливну и ищи ядро хила. Давайте не будем играть мозги, ребят. Вот нахуй ты хилов душил, сука, и так единственные хилы остались, ты их душишь, сидишь. Так, ну хрена вот, так чё по попе, два не ебим. И после я сразу просил 5 хилов дать, а не нахуй надо, 4. Я ни разу не убивал 5, 4 всегда убивал. Многие, да, многие даже в 6 хилов, когда рейд слабый, 6 хилов делают и мучают, сидят. Бля, ну пиздец, успели искать нахуй на. Так, может быть, все-таки есть у кого-то холи-спек, Владимир? А, струй, у тебя же холи-спек был, правильно? Там пало нормальные холики. Струй, у тебя там ретрик или холик? Холик, ну тебе пофиг, надо еще один хил. Так, ну если ты козырный, как за двоих будешь хилить, то будет заебись. Вот если пока тебя не выкинули... Допустим, если мы вот так сделаем, вот так, опа, андреалиста спекнем. Танка отструя хила. В любом случае хила добирай. А чё хила, я сказал, он не пойдет? Не спрашивали? Так, как говоришь? Бой. А, окей. Ребята, что мы будем делать на этих совете, на валиках, блядь? Мы в 4 хила сдохнем сразу. На валиках, ну, на крайняк прям. Если что, мы поставим там это. Лови ловца, ловцов поставим. Если все будет плохо.
Блин, надо сейчас ну, как Тём писать. Он собрался вообще из игры, нахуй. Просто как, неженки какие-то, я иду, блин. Так, ладно, пацаны, смотрите, что мы имеем. Мы имеем, нихуя хилы не пишут, вот. У нас есть, получается, 4 хила, вот. 3 хипала и 1 рез шаман. Давайте попробуем хотя бы так. Что, ждать я не знаю, есть ли смысл вообще. Сдайте сейвы просто по очереди. Первый струй дает, второй секси холи, третий кричат. Я уже не в танке, я уже не там, где сейв. Мастера уровня, я имею в виду, огонь поменяется просто. Да может кто-то уберет огонь, не уберут, конечно. По-пацански же можно. Выпейте сопротики, пацаны. Как бы, если нам не хватает за хилы, мы получаем много урона, то нет, давайте пить для сопротивления. Как бы, всегда можно нивелировать как-то урон. Можем под второй вулкан на самом деле Геру оставить и типа захуярить героизм, захилиться, все нормально. Что там, струй готов? Сейчас только пришел, подожди, спек сменил. Не-не-не, у меня без сокры. Да там одна шляпа, я сокру давал в танке, бля, все сдохнут все равно. Мастера, он скажет, первый ты сдаешь, потом убирает, потом сексихоли нажмет. Этого хватит, чтобы убить. Значит, первого голема хардмода контроля, второго Зис, Зикса, и третьего, кто там, Аластер. А это на подъебку буду. Так, все, пацаны, короче, Геру сдадим под вторых вулкан. Пускаю. Станьте, в общем-то, по кругу, ребят, не стойте в куче. Косты под конец бьют. Кастеры, хилы, чё вы там стоите в четвером месте? Раньше наберите. Цепуха же прилетит сразу минус 4. Стаки, стаки. Крик хп, ребят, крик хп.
Они все в контроле над это, но... Пускай обижаешься. Разбань, разбаньте, вот, бейте. Выпускаю еще одного. Шаман, ну себя хиль, сука, балбес ты тупой, блядь, что ты бегаешь, блядь? Хильте шаманы, 5 секунд, ребята, 4 секунды, 3 секунды, сейчас будем... Он далеко. Нормально, нормально, дохило, супер. Он вроде не так сильно бьет. Это не прохиливается, короче. А Лока мне тоже сюда? Так, дайте БР, пожалуйста, построю. БР, дайте построю. Стою. Ману сразу дай. Иннер, да, залез. Беги, беги, на тебя лужа, беги, кот ты, блядь. Понимаю. Давайте, первый пасик. Сейчас будут вторые галеты. Один герои. Потом прилива, шаман, есть на ману? ДЦ сдай, ой, ШП сдай, гимн, пожалуйста. Гимн отдали, потому что... С подгеру хилим все это дело. Давайте героизм. Да, рано, рано, подожди. Стайкера. Поконтрольте, потом ебашьте подгеру. Так, герой, шаман, герой. Давайте героизм вон там под... Давайте, выпускаю второго, сейчас подбежу. Скоро будет стаки, готовьтесь. На стаки. На нахуй, блядь. Два кастуют инфернала, одного отпустили, блядь, хорош. Я хуй знает. Керу по ХПС был, блядь, полбой провалялся, заебись. Ну, уже лучше за хилом. Сейчас просто тубич не совпал. Да тяжело все, очень тяжело. Ну сложно, я понимаю. Шаман, шаман, что-то. Так, тогда смотрите, мы можем чуть-чуть увеличить ДПС по големам, да? Ну, давайте воидов в танке оставим, а анреалистов в ДДС перейдем, одного танка. Так, воид у нас будет мейн танк, квадратик. Тогда будет больше ДПС. У нас минус лог. Очень жаль. Келли, я к тому, что я провалялся 2 минуты мертвым и по ХПСу зашибись шел. Я к этому веду. Да, я перестал хилить, когда уже упал. Диза, у тебя нету? Решамы. Есть. Ёбаный стыд. Все ты молчишь, как раз лайк. Да, он такой себе. Пока ты добираешь, типа, два человека, давай пусть люди, кто есть здесь, давай покурим 3 минуты. Здесь. Да, давайте. 5 минут поставлю, пока еще. О, Энк нашелся. Лок по инферналам 30 тысяч. Шаман Диза, 100 тысяч. Рога даже сотку дал, бля, по трэшу. А вы кастерем не можете, вы чё?
Сейчас у нас энг заряженный будет, захуярит всех голем. А Варспула умер или как? То Вара 100% по боссу вообще, там 4к ДПС. Он, по-моему, вылетел. Я видел, что он в дисконнекте. Конечно, одет он в говно. У нас роги умудряются до 200к по трэшу, а милики некоторые-то и даже сотку еле набрали. Что там здесь у тебя, он прям вообще это, ужасно, или более-менее? Да, не знаю, могу похилить, если очень надо, но вы этот крит потеряете, СПДшный. Бля, у нас Энг-1 и Энг-2, да? Ну лучше хоть так, чем никак. Нам же не хватает для хила в любом случае. Ну давай спать. Лучше жить как бы и чуть-чуть поменьше наносить, чем умереть и вообще нихуя не наносить. Релогнусь, садон включу. Давайте, там 2 минуты как раз осталось, сейчас прилетят.
Че, что там, давайте посмотрим, пацанов. Что ставлю? Шишка, ты что там? Ходи. Ага. 4, 3, 2, 1. Все, все отдохнули. Сейчас просто свечимся и убиваем. Я так понимаю, уроки. Рога, а вот есть у тебя проход в это, нет? А на барак ты убивал все-таки? Вряд ли. Ладно, давайте готовимся. Он реалист, солярник, хардмод. Курить, наверное, ушли. Он реалист, солярник. Хардмод же курит там за 32 секунды. Да в смысле, я тут, я готов, блядь. Что вы там наговариваете на меня, я не понял. Так ты сам говорил, что 32 секунды куришь. Ну, нехуй. Так как кофе дольше греется, чем я курю. Я думал, ты бычки просто докуриваешь по барику. Это ты куришь, блядь. Доебался до меня, нахуй. Иди деники делай, блядь. Кассеры, хлыстаньте по кругу, чего вы там в куче стоите все? Воет, воет, hello. Воет, воет, прием. Void, void, void. Void frozen. Ищи, может, пока у нас окажешь. Да. Найдешь кого-то одного тебе. ДД ищем, пацаны, у нас есть декабрь, иди шляпа кох, он барыга, короче, закладки закладывает. Кому интересно, в Москве недорого. А чё кладет? Грейн. Мефи? Хмурого нет уже давно, ибо. Так у меня доставка, я Ванусе приношу тебе прям в квартиру сразу. Бля. Уже заряженный баян сразу. Вачка можно в этот. Его жопу и ведро сажать. Нюхай жопу, да, сказывай. Да, он кинул с молнией, походу. Бля, что тут все такие приколисты без проходки просто добавляются? Просто отбитые люди, они видят в ФГ урид собирать, надо плюсануть, блядь. Он тут вот, дрочит на то, что КД сейвится. О-о-о. Типа, дай оно очень пару, удобно. Да, на 12. Чего? Нет, нет. Вообще проходки никуда не нет. Нет. Отменили.
Войд, ты здесь? Рыбку поставил? Кто рыбу дал? Кому отдать ее? Ну все, пиздец, шкаф попал. Хардматус, как ты сидел? Я 2 по 20. Нормально. Но это не как ты на бутылке 50 лет просил. Вообще-то 20. А точнее 14. Так, пацаны. 0.5 ты там как? На бутылке. Пацаны, пацаны, все готовы. Все готовы, все собрались. Давайте. Кто-нибудь там запустите? Запустили уже. Проклик ХП. Вот конец, как. Так и не забывай. На нахуй, блядь, минус 2 хила. Понимаю. Я предлагаю не пробовать. Кого резать? Резните кильта. Потому что под конец надо сбивать. Кто-то вначале сбил первый. Да, ты один там. Пал, побежал. Войд, пидор. Сейчас инферналы появятся. Нету? Пальцы, пацаны. Теряем. Ёбаный рот, блядь. Всё потеряет. Да это залупа, блядь. Все кастуют, сука, стоят. Отлично, если мы справимся. Остался ещё один. Крест беги. Отлично. Мы все живы. На ХП крикни, блять. Ура. Так, пацаны, смотри. Иди за ТТ на ману, есть пока не хили, пока тут хилить нечего. Стаки, 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 стаки. Найс, лужа. Чё опять, бля, ну ёбаный рот, ну с крестом не убежать, да. Вот это... Что за голова, блядь, была говяжья, давай, сходим. Падайте, блядь, короче. Давайте. Нормально, нормально сейчас. Все захиливается. Ну, с усилиями 70% маны мы еле прохилили, блядь, это АОЕ. А еще чел ливнул. О, отлично. У нас появился лемчик. Знаешь, цепуху юзать, когда падает 10 человек, это сложно. Там любое говно ХПС даст. Так, все равно просто туда хуячишь цепуху по КД и рейд хилится.
Ну, это не критично. Шам, починись, который хил, ты сломан говнище. Да и бегаю еще. Поставь поиск починки, там видно. Секси Холли Бразер, что ли, там нормально. Меня что-то пинговать начало. Так, есть у нас шкафчик, да? Давайте выйдем там это, присмотрим. Дверь подойдем.